я впервые оказалась на рэп-концерте и вообще впервые на концерте Джиды. Но то, что сейчас меня захлестнуло и захватило, это великолепно, потому что настолько красивая музыка, настолько глубокие тексты. Я прям не ожидала, что это современное искусство, оно настолько настоящее, настолько, ну вот, я говорю, все-таки эти тексты нужно слушать. Это нужно слушать, и вы знаете, наш якутский рэп, он, оказывается, отличается, потому что в нем есть что-то все-таки все равно наше. И это абсолютно. И гость, который приехал в Лагуй, тоже впечатляет. И Пансаж, я вообще первый раз узнала об этом, и это удивительно просто, потому что это такой вот микс и лирики, и жесткого рэпа, да, и очень брутальное исполнение вместе с такими вот какими-то переходами. Это вообще необычно. Для меня это вообще что-то новое. Я просто жду диск.